Понимаешь, мне нужны дрова, чтобы отапливать свой дом, где жена и ребенок. Если нарубишь деревья в этом лесу и принесешь мне дров, я не зарублю тебя топором. Принять! Что ж, работа не ешь. И ее ты кувырком не наипешь. Уяк! 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 Юу! Да, не удочкой махать. Что ж, работа не ешь. Ее ты кувырком не наипешь. Уяк! Уяк! О, как рубятся ваши бревняшки, мистер? Тебя это ебёт? Напряги пройдет. Да, немного. А где же бревна, которые ты нарубил? Ну, они... Ну, понимаешь, мне нужны дрова, чтобы отапливать свой дом, где жена и ребенок. Да, твоя жена и ребенок, да. Сколько будет 2 плюс 2? Ну, это не простой вопрос, есть разные версии на этот счет. Ясно, тогда как тебя зовут? А, ну зовут меня, меня зовут... Знаешь, бро, меня не зовут, я вообще сам прихожу. А напомни-ка, когда в последний раз ты относил дрова домой? А, дровосек? Да, как раз, я носил дрова домой, вот, когда? Неужели я их пробухиваю? А напомни-ка мне еще, где твой дом? О, да, да, мой дом, он прям здесь, в Светлолесинске. Ага, где конкретно? Конкретно, но мой дом, он стоит, ну, где все дома стоят, ну, там и... Вообще что-то... Я не помню. Но ты ведь помнишь своих жену и дочь? Ну, я... Моя жена и дочь, они... Ну, ты понимаешь, что... Я рублю дрова, чтобы отапливать свой дом. Отапливать свой дом, ведь там моя жена и ребенок. Как долго ты уже рубишь это дерево? Ну, недолго я. Ну, конкретно это дерево я рублю уже... Я рублю его, сколько себя помню. Ты рубишь это дерево уже 20 лет. И ты не отходишь с этого места. Но здесь нет ни одного бревнышка. На дереве нет отметины твоего топора. И ты не носишь дрова в свой дом. У тебя нет никакого дома. И у тебя нет камина, который ты растапливаешь дровами. У тебя нет жены, нет дочери. И даже имени у тебя нет. Что ж, работа не ешь, и кувырком ее не наебешь.